Да ты... Нет, нет! Опа! Увернулся! Блин. А я в туалет... Это... Могу тут ходить? Как хочешь. Нормально. Всем привет, с вами Купидон и... Владус! И сегодня я опять нуб. Ничего не меняется. В третьей серии ничего не меняется. Не, ну, кстати, скиллы качаются уже. Ну да, но все же. Купидон сейчас будет играть в Майнкрафт, а я буду его учить. Я его сенсей. Нет. Пошел ты. Ты меня только отвлекаешь больше. Иди отсюда, давай на F1 и на F5 нажимай. Как обычно, по стандарту. Так, все, давай, вылазь. А ты поел, кстати? Скелет! Ах, ты петух. Ты вылез и не... Блин, а где спавн? Надо кровать сделать. А что, а там же как-то еще можно сетхом прописать, да, вроде, нет? Ну, сетспавн, смотри, да. Скелет на пауке. А, нет, шучу. Мне показалось. Петух. Петух ты, убегай, тут крипер, ну не дай им разрушить твою территорию. В дерево врезался. Это Бей. Бывает. Так. Давай, забирай вещи. Вон этот скелет. Ну, меч, хватай меч. Бей не так часто, ну ладно, давай. Добей его, я тебе потом расскажу тактику. Хорош, охотник на монстров. Ну ты охотник, конечно, ну ты дерзкий чувак. Тебе бояться надо, ладно, давай, в общем, играй. А то мне страшно с тобой сидеть, давай, в общем, пошел. Пошел. Если что, зови, я не приду. Я знал. Смотри, короче, я тебе расскажу тактику боя. Но сначала наблюдай за рассветом. Это твой первый рассвет. Ой, второй. Где рассвет? Ну ты не видел. Там рассвет? Да, вон, смотри. Не воду, зачем воду? Это скелет мог быть. Опа! Как бежать? Да давай, да... Меня скелет убил. А еще... Закат. Рассвет. Куда ты побежал? Назад. Я хочу рассвет на высоте встречать. Да кого, у тебя вещи исчезнут, все твои нажиты. Ты же в сундук ничего не положил. Положил. А, не положил? Блин. Не положил. Я хотел. Давай, я беги быстрее, вещи собирай, короче, смотри. Чтобы бить нормально, они, да? А чё, они уклонили. Это вообще стрёмно. А чё, Стив плавать не умеет, что ли? А чё, где вещи? Блин, они там ещё на глубине, что ли? А, он ещё стреляет. Оу, это было опасно. Короче, смотри, чтобы бить нормально, да? Тебе нужно ударить и ждать. Понял? Это сейчас вот... Раньше такого в Майнкрафте не было, а сейчас есть. О, смотри, он подгорает немножко. Да ты... Нет, нет! Опа, увернулся! Блин. Короче, смотри, сейчас... Стрим, матрица. Иди на тот берег. Тот берег ближе. Блин, не получилось. Ой. Не на тот, вот на тот, дальний. А еще можешь земли накопать чуть-чуть, буквально там... Вообще, немножко. Хватит. Так ты не взял даже. Блин. Хватит, говорю. Да зачем? Я говорю, землю надо накопать. Потому что... Да не, земли накопай немножко, вот здесь, прямо сейчас. Значит, давай, тактика, план С. А что, земли что ли? Б, потому что уже не катит. Дерево наруби. А еще дерево тебе нарубить, ты что такой? Так тебе надо как-то со скелетом... А как ты хотел? Ты становишься майнкрафтером, понимаешь? У тебя стимул, у тебя стержень, начинает туда расти. Вот там этот. Да, все, три дерева, давай, переделай в доски. У тебя стрела в писюне. И две в руке еще, чисто вот ровно вот здесь вот в этих местах. Прям вроде того, пул одел. Так вот, короче. И в голове, смотри, еще. А там вещи не пропадут? Ставь. Быстрее делай, потому что все. Все, ставь. Да, и что дальше? Что делать? Палки. Как палки делать, я не помню. Раз, доска. Все, делай палки. И сразу клади туда. На меч, не надо. Вот этот забери. Верхнюю. И все, делай меч. Все, меч забирай, беги. Беги за вещами. В инвентарь положи. И доски в инвентарь положи. А, да нахер, они нужны. Так, чтобы подобраться к вещам. Чё? Давай, беги. Я что-то вижу. Зомби. Да я вижу, спасибо. Ну, все, бегай. О, курица. Курицу убей по пути. Меч у тебя есть. Да, точно. И ты не попал даже. А где дом ты мой? Вон там. А вещи где? А, так уже скелет исчез. Скелет исчез и вещи исчез. Нет, вещи не исчез. Фу, тебе повезло. А паук сюда может залезть? Ну, чисто теоретически. Вон там еще, смотри, на глубине. Я вижу. Давай, всплывай. Вот, и всплывать умеешь. Да, конечно, по лаве прыгал пару раз. Неплохо. Все, давай. Пойдем в пещеру. Пойдем в дом, я хочу отдохнуть. Нет, пойдем в пещеру, никакого отдыха. Пошли в пещеру. Да не в эту, давай в ту, в которой ты взорвался.
Не нарвайся на... Прям на больное. Так, где пещера? Ты потерялся, ё... У меня уж голова кружится, как ты играешь. Да не здесь. А здесь... А вон свиньи, свиньи, побей свиньи. Свиньи. Так, главное по волку не попасть. Да и тут столько свиней, один волк. Так мало ли он сейчас вылезет. Видал. Это типа, бам, прям несколько ты ударил. А я в туалет, это, могу тут ходить? Как хочешь. Нормально. Все, давай, пойдем в пещеру, у тебя... А ты в туалет? Все, пошли в пещеру. Засранец, а. Я тебе предлагаю в ту проверенную пещеру. Ей еще найти надо. Да она там, я знаю где. Давай, вперед. Просто на свой дом иди. Да? Нет. Да. А я знаю, что понял, мы закат пропустили. Рассвет. Рассвет. Закат еще не пропустили. Давай, вперед, вперед, туда. Тут. Вперед. Как сложно, а тебе объяснять. О, я нашел. Это она? Куда вперед идти? Это вода. Это вода. Она. Ну она чуть дальше, просто чуть дальше. Паук, он не агрессивный. Днем они добрые. Ну ладно. Я тебе серьезно говорю. Все. Вон уголь, давай, копай уголь, это твой первый уголь. Мы, кстати, сделаем, знаешь что, пикничок в шахте. Можно. Замутим печечку, шашлычки сделаем, все. Свинина есть, как надо. Зомби есть. Да, все как надо будет, просто прям в пещере. А что, мясо-то без гарнира, что ли? У тебя есть уголь. Будем уголь есть. Можно даже, может он сразу активированный и это. Факела бери, факела возьми. Я знаю, я это и хотел. Ну как, все правильно. Все правильно, у тебя уже земли, кстати, стак. О, сколько желез. Ты что, заплакал, что ли? Прям душевно. Да, бывает такое у майнкрафтеров. Да. Секрет тебе, вот вскапываю вокруг железа тоже немножко, потому что оно... Вот особенно... Вот нет, подальше. Вот там. Вот тот блок, вот этот блок вскапывай. Ну все, нет, можешь уходить. Во, еще железо. Не, ну, кстати, мне кажется, уже пора сделать пикничок, потому что если у тебя останется три вот этих штуки, ты бегать не сможешь. Бегать? Угу. А зачем мне бегать? Это же пикник, мы будем сидеть. А что, здесь все, что ли? Вон, наверх можешь поднять. А, нет. Здесь все. Значит, давай, вскапываем железо, уходим из этой пещеры. А пикник? Она нас не заинтересовала. А пикник, ну, дома устроим. Ну, или в другой пещере. Не, все-таки сейчас мы переплавим железо наше первое. Понял? А где его переплавлять? Дома, в печке. Ну, там мы сразу и пикник устроим. Нормально. Под железо нормально все. О, уголь. Уголь собери. На угле самое выгодное. Ты кладешь один уголь и можешь переплавить 8 руды. Или 8 мяса, например. Нормально. А если что с досками, углет, если доски новый класть, там, по-моему, не помню. Что-то две доски вроде на одно. Две доски на одно мясо или 2,5 доски. Как-то так. Ребят, кто помнит, напишите в коммент, потому что я сам что-то забыл. Если доски класть и на них переплавлять, сколько досок надо? Давай, уголь, скапывай и бежим отсюда просто. Скоро закат встречать. Закат? Закат ты еще, кстати, тоже не встречал. Или встречал? Я не помню. Наверх. Нифига, ты прожаренный факел забрал. Давай, забирай факела. Опа. Все нормально. Экономия. Экономный чувак. Тихо, да он не агрессивный. Смотри, подойди к нему и поцелуй. Да ты дурак, что ли? Поцелуй, говорю, а не ударь. Нормально. Убегай. В какой стороне дом? А что, зачем тростник? Ну просто. Из него можно сахар сделать. Нормально. Или, и бумагу еще туалетную можно сделать. Я понял. А враг сделать, да? Я тебе это говорил? Нет. Стоп, нет, фигово. Вау, вот это дизайнерская идея! Стой, этот паук. Да не, это он не тоже тот? Нормальный. Он тот. Он нормальный? Он нормальный уже. Что ты хочешь сделать? Сделай дверь. Лесенка нормальная. Да сделай дверь. Ладно, как дверь делать? Давай, в верстак заходи. Вот я знаю, как ты сейчас поставишь эту дверь. Я догадался. Вот, просто сюда заполняй полностью. Блин. Да на правую нажми, во. А что, три двери? Не знаю, нифига себе. Ну да, видимо, три. Давай забирай три. Нормально продадим две. Да блин. Да давай. А, на shift я на контур нажимаю. Да что ты делаешь? Сейчас. Дверь-то надо забрать. Вот так. Вот, все, забирай три двери. Еще смотри, ну модные же сделали, как у пиратов. Прям шикарненькие такие. Вообще нормально. Ну, давай. Не с той стороны поставил. Не удивил. А поставь сейчас другой. А что, двойные нельзя? Не. Сейчас поставим. Давай, у тебя топор есть. Да ты ломал, и вдруг решил ты поднять мышку и еще ломать. И у тебя все сбилось, это кирка. Да там топор просто доставать надо. Сейчас, короче, сделаем, как в нормальных квартирах.
Так, не на ту сторону. Делюкс! Да. А стены не делай нормально, новые двери хватит. Блин, не то. Отлично, а топор есть у тебя. Зачем топор? Ну правильно. Так ты же майнкрафтер. Все майнкрафтеры, по сути. Умные люди. Да. Образованные? Образованные, ломают все руками. Да. Все как надо. Да поставь железо переплавляться, чтобы время не терять. Закинь туда уголь. Но чуть-чуть, закинь половину туда. Что, эти убрать? Эти убирай себе. Половину. На правую кнопку мыши. Нет. На колесико мыши. И 10 железа положи туда. На shift прям. Все. Блин, не пожалуйста. Да блин. Я случайно закрыл. Че? А, нет, нормально, вот, смотри. Все. Ну открой. Ага. Оп. Шикарно. Сделай вторую печку для пикника все-таки. Все, у тебя дыра в стене. Поставь дверь. У тебя же дверь, это на все случаи жизни. Кто? Убегай, убегай. Петух. Паук или петух? Все, он тебе не за... А, нет, он может забраться. Это ж паук. Он может по стенам ползать. Да? Да, делай крышу. Вау! Ё-моё. Да бе... Все, давай другую печку сделаем. Все, я закрылся. Все, теперь ты точно настоящий нуб. Все, вот это. Блин, так здесь не закрыл. Не, ну здесь он тебя не убьет уже. Ты. Да оставь, тут смотри, какой вид на Луну. Ты посмотри только, созерцай. И паук такой пропался. Ой, такой этот олень про. О, смотри, поднимается. Давай, делай другую печку. А что, луна какая-то не луна. А, она понимаете, что? Тут же есть так-то и полнолуние, есть месяц. А закаты пропустили. Минута молчания. Минута прошла. Нет. Ладно. А, по майнкрафтерскому времени по-любому прошла. Давай, давай сделай давай. Печку. Печку. Что ты делаешь? Как печку делать, я забыл. Ну точно не факел ломать. Так я сюда печку хочу поставить. Не гравий, это гравий. А что, так нельзя, что ли? А, нет. Все, ставь печку. Понял. По фэншую. Все, у тебя железо переплавилось. Поставь еще мясо переплавляться. У тебя 10 мяса, и ты уже голодный, ты скоро умирать начнешь. Куй железо пока, продолжи пословицу. Куй железо пока, куй. Браво! Подожди, пока куй. Ну пока куй, конечно, мы подождем. Пока куй. Я жду. Под факелом. Так, здесь надо сделать дырку. Как знаешь, в это... Давай, убери за собой. Ну ты наделал, конечно. А, так да, а давай, смотри. Всё. А что там трава-то не зарастает? А как это сейчас убрать? Да в смысле, у меня же травы-то уже не будет. Будет. Так она потом только вырастет. Ну, вырастет. А я сейчас хочу. Мало ли, что ты хочешь. Да, нормально. Ну, что, не помнишь, что ли? Ты куда ты упал? Землю собрали. Блин. Какая важная для тебя была земля, вот чтобы упасть за ней в дырку. Нормально. Главное, не в ту дырку, где... А чё, так давай что-нибудь наконец-то сделаем. Поешь. А, готово же уже сейчас. Давай, похавай. Нифига, как быстро приготовилось. Ну, а ты что думал, печка турбо? Короче, мы на ночь кушаем. Блин. Так и знал, вот я прям ждал этого момента. Ну, доешь, доешь, чтобы у тебя жизнь не восстанавливалась. Так. И все, сытые, голодные... Можно и закончить. Сытый, чё? Сытый. Веселые и грустные. Ну а с вами был Владус и Нуб. И Купидон, да. Да, я. И если вы хотите продолжение, поставьте лайк. Просто больше ничего не надо, просто поставьте лайк. Чем больше лайков, тем быстрее новая серия. Всем до новых встреч и всем пока!